Помимо питания, в школах региона существуют и другие проблемы, причем одна из них пока является только потенциальной сложностью. Уже достаточно давно ходят слухи о том, что иностранный язык попадет в список обязательных госэкзаменов. Хорошо это или плохо, разберемся в следующем сюжете. Good morning, children. Good morning. I'm glad to see you. Приветствие учителя. На иностранном языке не только традиция, но и необходимость, ведь практика – это самое главное в изучении английского. Понимают это как педагоги, так и дети. Даже в 5-м классе ученики знают, без иностранного языка в современном мире никуда. Я учусь еще только в 5-м классе, но я уже размышляла над тем, какая у меня будет профессия, и я хочу путешествовать в будущем, поэтому я учу английский, так как в этом он мне пригодится. А вы что-то тревел-блогером выделяете? Да. Уже скоро английский может стать основным предметом, а значит попасть в перечень обязательных госэкзаменов. Некоторым родителям это не нравится, якобы нагрузка на детей и так запредельная. Но есть проблемы и посерьезнее. В школах региона дефицит кадров, например, в Ангарске. Педагог иностранного языка требуется в каждое 5-е учебное заведение. Нагрузка учителей большая не только английского языка, но и других предметов. Но в частности в нашей школе учителя английского языка практически все работают на более чем 30 часах, а это очень серьезная нагрузка. Учить английский сегодня гораздо проще, чем 10 лет назад. Учебники отходят на второй план, в то время как на авансцену выходят мобильные приложения, сериалы, видео на ютубе. Все это приводит к тому, что волей-неволей ребенок учит язык, но и про теорию забывать не стоит, а вот с ней есть определенные сложности. Учебных часов в образовательной программе слишком мало. Я считаю, что если люди идут в 10-11 класс, они хотят получить высшее образование, а человек с высшим образованием все-таки должен владеть английским, ну, или иностранным языком. С другой стороны, все-таки сдавать ЕГЭ очень сложно по английскому. Из-за того, что мало все-таки 3 часа в неделю, этого недостаточно для того, чтобы хорошо подготовить к тем требованиям, чтобы ребенок хорошо сдал английский язык. По прогнозам Министерства просвещения России, обязательный госэкзамен по английскому будет введен в 2022 году. Будут ли в связи с этим менять учебный план, пока неизвестно. А значит, родителям придется оплачивать услуги репетиторов из своего кармана. Евгений Шоев, новости по будням.